плюнем. Сегодня хочу показать вот эти вот прикольные туфли, которые я недавно сделал. Хотя на самом деле, конечно, не туфли, это скорее ботинки. Сейчас я про них расскажу поподробнее. Так, ну, это у меня уже, скажем так, не первые ботиночки такого типа, которые я делал. Делал я их для того, чтобы обеспечить людей, которые играют в ролевые игры, изначально вот такой вот, вот такого кроя ботинки. Вот, они были первоначально без стеснения. Сейчас там покажу вам фотографии того, что было раньше. Вот. Они для того, чтобы люди на ролевых играх исторических чувствовали себя более уверенно и хорошо, чтобы это все подходило к костюму. То есть это не какой-то исторический крой, это не реконструкция, тем более в таком виде. Вот. Вот. И много раз я их делал, разные всякие. Вот. Потом мне люди стали просить сделать тиснение, поскольку я занимаюсь тиснением. И я стал вот сюда вот ставить тиснение. Вот этот вот рисунок меня прислали мне специально заказчицы, семья из... город Артем, это у нас Приморский край, вот. Владивосток, по-моему, Артем, вот. Блинниковы. Вот мама заказывала дочка ее, вот. Я им делал, и мама присылала мне такие красивые всякие рисунки в славянском стиле, которые просила сделать. То есть у меня есть вот такого типа, есть еще сейчас на фотографии будет другого типа тоже теснение, которое я ставил. И потом у меня люди стали заказывать их. Я несколько пар, как я говорю, таких сделал. И вот последнюю пару меня попросили сделать более такого городского вида, чтобы можно было носить в городе. На предыдущих парах, если я не ошибаюсь, ну, сейчас по фотографиям будет видно, некоторые были без каблуков, на плоской подошве. Вот это я сделал на наборном кожаном каблуке, как вы видите. Все собрано на гвоздях и дополнительно еще вот здесь вот по трем точкам укреплено все это дело саморезом, для того, чтобы каблук не сползал, поскольку на гвоздях бывает пробито, бывает разбивается иногда слои, как бы. Если у всех разная манера хождения, бывает такое, что избивается. Вот. Они двухслойные, до этого я не делал двухслойные, то есть здесь есть подкладка в этих ботинках, вклеена еще дополнительно стелька. Вот, хотя, по-моему, я и в тех вклеивал стельки. Вот. Все это здесь вшита пяточная у нас вставка, для того, чтобы пятка была более жесткая. То есть получается на пятке вообще три слоя кожи. Здесь прошито для того, чтобы шнурок, ну, на предыдущих всех парах шнурок, он как бы сквозь прорезки, он доходил до кожи. Здесь все это дело прошито, чтобы это дело не касалось кожи. А прошивка нужна для того, чтобы слои кожи не отклеивались и не было расслоения. То есть это все скрепляет кожу, еще дополнительно красиво выглядит. Вот. Что еще могу сказать про это? Они еще, как вы видите, имеют такой интересный цвет кожи. Это достигается вощением пчелиного воска. Натуральный пчелиный воск. Это все напитано, пропитано для того, чтобы это все было более стойкое к влаге, чтобы много воды туда не набиралось во время дождя, чтобы можно выходить. То есть провощенная подошва, каблук и верх. Вот. Вот такие вот ботиночки прикольные. Шнурок у нас, как вы видите, вставлен, и им вот нужно по несколько охватов заматывать щиколотку, а потом сверху все это завязывать на красивый какой-то бантик. То есть можно, в принципе, поднимать это по ноге, эту обмотку, шнуровку. А можно просто так на щиколотке в несколько раз обхватить и завязать бантом. Или каким-то там красивым узлом, если кто-то умеет. Вот. Вот такие вот ботиночки. Ну а теперь настало время, и мы повезем эти новые ботиночки владельцу. Благо, она живет у нас в станице, недалеко от меня по улице. Thank you.
попросили не снимать лицо. Поэтому мы не будем снимать лицо. Тогда мы ненадолго снимем и все, и не будем. Может, вон там, на красивой плитке? Вот, там все хорошо. Ну, не, вся. Нормально, нормально, чуть-чуть жестковато. Ну, это потому, что они вощеные, просто дело в том, что... Да. Все, спасибо большое. Да.